Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом выразил уверенность, что в рамках визита будет составлена дорожная карта предстоящих дел. Об этом азербайджанский лидер сказал, приветствуя участников делегации, членов обновленного правительства Турции. Отметим, что Азербайджан и Турция постоянно развивают торгово-экономические связи. Две страны активно сотрудничают в различных направлениях – в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и других отраслях экономики. Наглядным примером тесного и братского взаимодействия является визит главы государства Реджепа Тайпа Эрдогана в Баку сразу же после президентских выборов. Турецкого лидера сопровождают в том числе министры транспорта и энергетики. Так что можно ожидать новых плодотворных обсуждений о сотрудничестве в экономической плоскости. Также высоко надо отметить турецко-азербайджанские отношения, которые складываются, начиная с независимости нашей страны. Фактически торгово-экономические отношения по возрастающей. Они имеют специфику, конечно, возрождения освобожденных территорий. Первые турецкие компании, которые и инвестиции, которые вкладывались в освобожденные территории, это есть один также из аспектов того, что торгово-экономические отношения между двумя странами будут только расти, соответственно, увеличивая тем самым экономический потенциал и экономический рост как Турции, так и Азербайджана в целом. По итогам прошлого года торговый оборот двух братских стран составил около 6 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении более чем на четверть. Азербайджан экспортировал в Турцию продукции на сумму свыше 3,5 миллиардов долларов. В направлении из Турции в Азербайджан было импортировано товаров примерно на ту же сумму. Эти показатели постоянно растут, и данная динамика сохранится на перспективу. Между двумя странами заключено соглашение о преференциальной торговле. С 1996 года действует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В Азербайджане зарегистрировано примерно 5000 юридических лиц и предпринимателей Турции, а турецкие инвестиции в азербайджанскую экономику оцениваются в 12 миллиардов долларов. Профессиональное торговое соглашение, которое было изменено в 2022 году, позволило нарастить внешнеторговые обороты между Азербайджаном и Турцией на 53%. Дополнительные меры, которые принимаются в внешнеторговом обороте, а также дружественные отношения между двумя странами, они растут по нарастающей, трендового роста. И это опять-таки говорит о дружественных отношениях, основанных на партнерском здесь взаимопонимании.